камень, хэштег Цезарь попус. Да, Цезарь, так что иди попу помой, ложись спать. Хаммерами никто не хочет улицы, потому что все знают, что они на софте. Я тебе больше скажу, они на почти на всех серверах в CS-проекте, потому что они с софтом играют. Я так тебя ждал, ты меня опять обманул, я ищу тебя. Всей братве салам, подписчикам Павера соболезную. Братва, на тебя висит Цезарь, влетает новый ролик. Немного нестандартный. В ролике было, как мы вместе с банхаммеровским ОПГ унижали обычного Павера и его шайку подсосов. В ролике также покажу все пустые выебоны бахи попускута и как мы унижали его за пустые слова. Также не забываем про конкурс на 100 тысяч баксов. Прошлого победителя вы видите все на экране. Для участия надо поставить лайк, написать комментарий, подписаться на канал. Также не забываем вступать в наш дискорд, ссылка на который в описании. Помимо нашего дискорда, там будут различные ссылки по типу нашей группы ВК, лучшего дизайнера и так далее. Также, братва, как только набираем 400 лайков, да, цифра большая, но когда я скажу, что за 250 лайков и выпускаю новый ролик, вы что-то это, блядь, 5 часов, блядь, отдали. Пиздец сидел, нахуй ночью ролик делал, ну ладно. Набираем 400 лайков, и я выпускаю ролик о том, как делать итоговые мувики по GTA 5. В общем, всем приятного просмотра. Сорян, но банхаммер, конечно, отдыхает. Пацаны, отдыхают. Да, отписают. Чисто, знаешь, на пикничок. Типа ЕРП фому. Примерно после такого заявления попуска Павера, он начал брать погланы везде от всех. В общем, с чего все началось? Нам писал один очень хороший человек и рассказал, как к нему банду пришли кое-какая фамилия, на который он потратил кучу времени, сил и денег. Просто от сердца ему отсыпал кэш на все, одел их по-другому и так далее. Но вдруг один из овнеров этой бомж-фамки пишет своим ребятам: «Пошлите, пацаны, подлежим бородатому очку». И они пошли к нему на респу загонять, что они там все сильные, там все дела. На деле это обыкновенный мусор, который без софта просто сидит хуину. В общем, в итоге они кинули чела с фэмов, который к ним просто как родным отнесся, и пошли по пуску за рекламой. Глупый Павер захавал просто, что его типа юзают, ведь для них он чисто ходячая реклама, юзили с чел. Ну и крыша перед админами. В общем, поняв всю картину, понял, что за бас зашла фамка, которая успела уже поссать нас на Ричма и на Ламесе. Ну и также они успели там уйти через зачитики, то есть типа даже по читам не могут вывести, настолько слабо. Мы залетаем в фэм и начинаем унижать на коптах. Три копта в ноль, и они уже в тильте в АФК. Еще три выходим. Раз, два, три. Вышли убить левого. Убить левого. Убить самого левого. Хорошо. Дальше убиваем левого. Убиваем, они все без брони убивать. Свапы и тревики. Спрыгнул, ёбок. Куда свапы эти яйцеголовые нищие бомжи? Шалё! Идите нахуй, гондоны, блядь, поп... Друг Павер спустя 4 дня коптов начинает стримить копты. Челы решили забить 18 на 18 с Павером, ну и под фул софтиной там чисто думают, выиграют кап, пропиарятся, все дела. Мы хоть и пошли рандом саком, думая, что они 5-0 падут, решили запросить откаты, мол, типа, ну, странная тема. Типа, и за 4 дня научились играть какие-то профессионалы. В итоге откат они не кинули, начали ныть, что 18 откатов это много, мы запросили 3 отката. Просто, ну, 3 человека выделили, кто больше дал фрагов. В итоге они не залили откаты. И мне пишет чел с их фомы, короче, ну, типа, просто играли под софтом 18-18, и, ну, не будут они кидать откаты, все дела. Вот, то есть их же, следил их же человек, который в итоге ливнул с их фамилии, потому что сказал, что это, ну, просто стыд сидеть с ними. Короче, в итоге, чё, откатывают нам территории, но вдруг Павер вместе с лидером начинают ныть га, типа, вот, в правилах написано, что если нет отката с копта, просто минус 10 баллов, а территорию, типа, ну, не забирают. В общем-то, га им откатывают обратно территории. Уже ГСГет на следующий день делает правило, что если нет ката, типа, забирать территорию. Мы думаем, ладно. Параллельно в этот день мы били им 9 на 9 и вносили их нулину. Потому что 9 на 9 они просто, ну, типа, им уже софт не помогает. Настолько беспомощные и безмозглые долбоебы. То есть они не умеют двигаться, максимум, что они могут в честь софт играть по дымам. С одной стороны, смешно, что фамилия честников говорит про софты. Мы хотя, блядь, ну, имеем уважение к себе, блядь, и можем без софтов вынести мусор на помойку. В итоге, я собираю весь мейнстак и на следующий день начинаем бить копты. Дальше смотрите, что получилось. Первый кап, в общем-то, мы закрываем 9 на 9 просто в нулину, так пэм, чикен бейлс. Второй кап мы закрываем 14-14, опять же в нулину, и все, пошло-поехало. Типы уходят тильт, каптовые становятся, они падают просто в ноль, они не могут ничего сделать. Они просто выходят 2 в 6 и падают. Они понимают, что типа, ну, они никто по сравнению с нами, просто никто. Это обычная фома дебилов, которая образовалась на читах, все. Их Павер просто кричит, горит, у него просто рвет пуканище, он, ну, понимает, что он просто... не вывез за базар и отсосал.
Они в ЧС, они в ЧС на всех серверах этого проекта, кроме этого сервера и сервера, где Егор Крид играет. А угадай, почему они не в ЧС на сервере, где Егор Крид играет? Просто угадай. У них полнейший тильт, у них, блядь, дошло до того, что просто лидер на капте. Ну, он понимает, что он меня не убьет, он остается, вот он не выше 6-2, он остается один вот из этих шестерых. И он все, он уже свапает ревики и начинает лутаться. Просто настолько вот у человека уже тильт. В итоге у них остается ничего, кроме 7 квадратов, просто ни ревиков, ничего. Горе-фамилия, которая помогала Павер, просто распадается с полнейшим тильтом. У них челы уже начали проситься к нам, типа в состав, все дела, но, к сожалению, обратной дороги нету, пацаны, такие вот дела. Вот, хоть у них и были фоме там несколько нормальных человек, но что поделать, они сами выбрали себе будущее. В итоге Павер начинает звонить всей аудитории, что, мол, мы ничего не можем, кроме коптов, он нас гетту с респы не вытащит, а ГВ ему даже одного графти не закрасит. Цезарь Банхаммер, легенда гет. Банхаммеры, чмошники, которые играют на софте. Подъехать можно, заправку? Вы же ноль! Трое, встаньте, кто сейчас на ВЗХ был, все. Окей, теперь смотрим скрины, что было после его слов. Получается, Павер после слов, именно. В своей аудитории он загонял, что у нас человек улетел за читы, которые нашли на проверке. Но как было на самом деле? А на самом деле его забанили, потому что Павер на стриме не регал два хита у этого человека. После чего его откинули до разбирательств за ИЗП. ИЗП — это использование запрещенных программ, а именно VPN. После чего его пока проверили админы, именно опытные админы Свинвуда, и разбанили. Опять же, пруф, что Павер просто full пиздоболт, а его аудитория просто сидит и хавает, что он им говорит. Он им как собакам приказывает ставить дизы, но непонятно поставить дизы. Одно дело это армия, другое дело это стадо собак. Просто имейте все уважение и не занимайтесь такой хуйней, пацаны. Также он говорил про читы, но его состав боялся проверок. Но почему-то, что я, что Була, что Хуга, все были на проверке, у нас ничего не нашли, потому что мы играли без софта, все честно, все дела. Просто человек не понимает, что фамилия, которая уже 2 года, она максимально сыграна, ну, закроет какую-то фамилию, которой меньше месяца. В общем, все рассказал, показал, дело ваше, что поставить под ролик. Лайки или дизлайки, иметь свое мнение, уважать себя, либо хавать говно своего кринчку мира и даже сесть с низкой самооценкой. Кто такой Павер, вы можете просто увидеть на ролике, что это низкий чел, который без стрима себя делает через свое животное. Блин. Вы чё, блядь? Больше, чем твой батя, блядь, зарабатывает, и тебя и тебя. Ооо, зачем ты такое? Алло, бомжара, может, водить научишься? Бомж, я тебе приказал. Давай, а, сейчас балыша будут убивать. Стоять на месте. Офни микрофон. Да ничего, передайте, я говорю, Паверу, чтоб он заканчивал эту клоунаду. У вас ничего, что 300 рыл залетает? Чё ты наш, алло? Это всё нормально. Рот закрой! Также после доминации он начал ставить админов перед фактом, что либо он заносит чест, либо он уходит. Ну я с банхаммерами уже разбираюсь, если честно. Это вопрос уже подняли. Тут же понятно, что он просто типа использует свою медику, чел не вывез и начал ныть. Был бы он кем-то уважаемым, имел бы уважение к себе, нормальный бы характер, он бы такого не сделал. Кстати, вот карта гетто, справа территории, которые были до нас, и вот скрин территории, которые на данный момент довольно сильно их попустили. Но ебучая. Нахуй ты выебаешься, пидрила, блядь. Пидорас, блядь. Уебище, блядь.